Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Raft Выживание. То есть нас выбросило после кораблекрушения в океане на маленьком плотике. Вон вдалеке огромная-огромная акула, наверное, больше, чем этот плот. Только и ждет, чтобы мы или спустились в воду, или, не знаю, куда-то оступились, для того, чтобы нас съесть. Наша задача... выжить. Сложность состоит в том, что нам нужна еда, нужно питье, этого всего у нас нет. Но вокруг, вот после кораблекрушения можно собирать вот эти вот остатки того, что выбросило нам. Ай-яй-яй, надо быстрее успеть взять что-то и вернуться на плот, потому что вон уже акула плывет. А-а-а, все, успел. Отлично, успел. Так, получается, нужно собирать остатки вещей, которые плавают вокруг. Да что ж такое, не получается. И из них потихоньку как-то улучшать свой плот. Вещи можно брать не только крюком, но вот так вот, когда они близко, то собирать их, пока акула не подплыла слишком близко. Из того, что мы собираем, потом уже делать, улучшать наш плот, добывать еду. В общем, пытаться что-то сделать. Так, отлично. То есть задача вначале как можно больше набрать ресурсов. И расширить свой плот, потому что когда мы сможем бегать хорошо по плоту, то вот эти вот вещи, которые у нас проплывают, мы сможем их лучше собирать. Но первым делом вообще нужно сделать что нам? Первым делом нам нужно добыть воду, чтобы жажда мучит больше всего людей. А для этого нам нужно, во-первых, крепежи. Вот, кстати, их можно сделать 4 штуки, нам пока не хватит крепежа. Вот, как классно, смотрите, сразу куча ресурсов. Ай, железо пропустило, оно очень нужно. В прошлый раз я умер, потому что у меня не было железа. Так, что еще? Вот еще железо. Правда, одним железом тоже сыт не будешь. Эх. Ну, есть. Хорошо. Так, и сделать нужно молоток, чтобы немного расширить свой плот. Где молоток? Вот инструменты. Делаю. Вот, восьмерочка у нас молоток. Я могу сделать чуть-чуть расширение для плота. Все, хватит. Ох, ветки пропустил. Это плохо. Ну, отлично. Все, подтянул. Теперь я могу бегать по плоту и немного вот так вот лучше уже собирать ресурсы. Вот видите, раз, 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 подсобирал немного. Так, и первым делом нужно, ну, получается уже вторым, делать нам что? Вот такую штуку, это для кипячения воды, потому что морская вода соленая, она вообще непригодная для питья. Так, собрал ресурсы. А, и вот пропустил что-то. А, там акула, не хочу, не буду. Так, где что плывет? Сейчас мне надо поставить для кипячения емкость. Потом, кстати, думать еще, как добыть себе пропитание. Потому что кроме питья, нужна еще еда. Ах, фух. А здесь вокруг, как всегда, мне не дают ничего делать. Куча ресурсов. Я боюсь их пропустить все. Так, пора с этим заканчивать. Я могу сделать еще один кусочек плота. Ага, нет уже крепления. Так, вот, троечка ставлю для кипячения. Но это не все. Нам нужно стаканы, чтобы набирать воду, потому что иначе... вот, так, так, так. Успевать, успевать, собирать быстрее, быстрее. Так, вот стаканчик, но он пустой. Нужно набрать с него воду и поставить, чтобы она кипятилась. Так, дальше. Дальше мне нужно... Дальше мне нужно... А что мне нужно дальше? Чуть-чуть еще расширить свой плот. Так, еще расширить плот. А для этого нужны вот эти вот крепежи. Кстати, я набрал много веревок, поэтому можно сделать много крепежей. О, акула, блин. Ты что так пугаешь, а? Видите, пока она грызет плот, она, наверное, на меня не отвлекается. Фух, испугала меня акула.
Гляньте, взял и отгрызла кусок плота. Хорошо, что я поставил не в том месте вот эту емкость. Кстати, можно уже выпить. Вот. Я беру, выпиваю, чуть-чуть воду восстановил. Опять набираю ее и опять ставлю кипятить. Так, ну для начала нужно восстановить плот. Кстати, могу сделать теперь его больше. А потом... И собирать, соответственно, больше ресурсов. Так, и теперь пора задуматься над тем, чтобы как-то пропитание себе добывать. Нам нужно такой вот мангал. Вот я его делаю. Семерочка. Ай, сколько ресурсов. Ай, как обидно. Но опять же, для того, чтобы на мангале нужно что-то готовить. Так. Можно какую-то еду, типа картошки, найти в этих бочках. А можно сделать удочку. Я попробую. А, кстати, вот пятерочка. О, картошка, хорошо, отлично. Пока месть можно сварить. Выпить обязательно водичку. Набрать еще. И поставить, пусть готовится. Ай, сколько досок уплыло. Блин. Вот еще ресурсы. То есть, когда у нас длинная такая вот уже плот, длинный плот, то уже как-то чуть легче, что можно больше ресурсов бегать, ловить. Ай, кинул немного. Ну, еще попытка. Отлично, смотрите, сколько всего сразу притянул. Так, можно сделать еще веревочек. 5 штук. И плот. Забабахать, еще больше плот. Ай, ресурсы, 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 смотрите, сколько их. А, еще вариант для того, чтобы ресурсы... Так, что там у нас, еда готова? Отлично, шестерочка, можно скушать. Так, водичку тоже выпить. Набрать еще. Вот, 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 ресурсы, ресурсы, ресурсы. Самое главное здесь в игре ресурсы. Так, я, кстати, еще, ну, в эту игру мало играл. Еще не все нюансы знаю. Эх, надо было взять вот так вот. Так, мне сейчас нужна удочка. Мне нужна удочка, край. Где она здесь у нас? Вот инструмент, удочка. Хорошо, что все ресурсы есть, я удочку сделал. Да что ж я все... Они плывут все мимо ресурсы, к сожалению. Ах, далеко кинул. Вот, есть. Беру удочку. Наживка, надеюсь, есть. Закидываю. Ну... Что, есть рыба или нет? Я так и не понял. Давай, давай, блин, ресурсы проплывают, а рыба не клюет почему-то. Смотрите. О! Так, а теперь смотрю в меню. Так, где у нас рыба? Блин, сейчас. Так, водички выпить. Конечно, водой сыт. Не будешь. Так, вот у нас вода. Вот рыба, отлично. Так, мне нужно вот эти семечки убрать. Мне нужно вот этот папоротник убрать. А сюда воду и рыбу. Так, рыбка, жарься на огне. А, водичка я выпиваю. Так, ее выпить. Вот, отлично. Набираю еще, ставлю кипятиться. Все, потихоньку, потихоньку начинаю уже осваиваться. Так, следующим делом мне нужно сделать копье для того, чтобы отбиваться от рыбы. Как делается копье? О, все, у меня на копье есть, отлично. Сейчас, если акула ко мне подплывет, у меня будет уже чем ее пырнуть. Похоже больше, конечно, на стрелу, но ничего, это самое, что ни на есть копье настоящее. А, и обязательно для воды нужно еще... Вот, смотрите, как раз и акула. На, получай, получай. О, все, видите, она уплыла и не этот... Не разрушила мне мой плот. Уже легче с ней справляться будет с копьем. Теперь можно уже более... Так. А где ты, акула? Так, рыбка готова. Нужно, кстати, еще... Сделать... Что? Пару вот этих мангалов. Бочка, бочка, надеюсь, чем-то хорошим. О! Семки, там еще что-то. Так, смотрю, сколько у меня есть.
Веревок. Отлично. И настала очередь. Так, для начала надо еще словить рыбы. Или нет? Я сейчас, наверное, все-таки склепаю еще пару кусочков плота, чтобы, во-первых, меню не занимало, во-вторых, чтобы больше ресурсов собирать. Ну давай, рыбка, ловись, у меня ресурсы проплывают, а ты не ловишься. Ну что же за дело? Так, и успел ресурсы, отлично. Так, вот ресурсы. Вот еще куча ресурсов. Ну, есть, собрал, собрал. Так, еще сразу пару рыбок словить. Ловись, ловись, рыбка. Давай, давай, давай. Ну, что ж ты не клюешь, а? Ну, отлично. Уже две рыбы. Так, готовься, рыба. Так, надо выпить стаканчик воды. Набрать еще. Вот, класс, видите, сколько много ресурсов. Все, сейчас я, кстати, попробую сделать такую штуку. Я, правда, ее еще ни разу не делал. Это сеть. Ага, нужны крепежи. Для чего она нужна? Для того, чтобы ресурсы застревали, я так понял, сами. Без моего участия. Где у меня сеть? Что-то я не вижу ее. Наверное, в меню. Так, собрать, 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 собрать. Еще железо много. Сейчас найду, еще одно сделаю. Как раз сразу. Так, где сеть? Вот она, сеть. Вот, смотрите, да, видите? Вот у меня есть сеть. Получается, я, наверное, по бокам сделаю ее. Вот одна. Вот уже ресурсы тут, которые мимо проплывают. А почему? А, вот так вот. Блин, пропустил за тут в другом месте кучу ресурсов. Вот так вот сделать несколько сеток, и можно уже не переживать за ресурсы. А, где-то ж у меня еще сеть была одна. Да, давайте ее поставим пока вместе сюда. Ну, вот так вот можно сделать, пускай стоит. Когда я сделаю, вот видите, смотрите, доски как хорошо сюда помещаются. Блин. Почему я не могу ее собрать? Так, ладно, подкрепиться. Еще одну рыбку сюда положить, пускай готовится. Выпить водички. Набрать свеженькое, поставить, чтобы она очищалась, кипятилась. Так, вот они ресурсы. Как же мне отсюда все-таки взять эту палку? Что-то не получается. Это все хорошо, но нужно расширять наши владения. Строить там вторые этажи, правда, как я пока не знаю. Но надеюсь, скоро узнаю. Так, бочку я не хочу пропустить, вдруг там что-то полезное. О, акула приплыла. Где мое копье? Вот оно. Интересно, есть что-то мощнее, чем копье здесь можно делать? Получаю, все, акула нам уже не страшна, видите? Так, все. Картошка, кстати, даже. А, рыбка готова. Картошку можно готовить. А где наша готовая рыба? А вот готовая рыба. Ай, бочка, бочка, дерево. Вот еще. Видите, остается здесь ресурсы. Нужно скушать рыбу. И что сделать? Вот ресурсы застряют, отлично. Так. Крепежи, крепежи. Сколько у меня их? Мало, мало крепежей. Надо собирать вот это вот листки вот эти. А, все, успел. Водичка. Выпить. Ага, водичка я не выпью, потому что она упала сюда.
У меня здесь много досок. Меню слишком... Мне они не нужны. А водичка нужна даже очень. Доска. И веревки. Куда ж вы от меня текаете? Нужно срочно вот побольше... Вот этих вот сеток поставить. Вот, видите, проплывает мимо и... Совести у них не хватает. Вот, сразу сейчас все это подгребу. Так, водичка, я забыл про воду. И про картошку скушать. Так, все, еда у нас на максимум, пока мисс можно про нее чуть-чуть не думать. А нужно бы подумать, чтобы сделать как можно больше вот этих сеток. А для них нужно что? Раз, два. О, две сетки могу сделать еще. Отлично, уже будет ресурса у меня больше. Ну, как видим, они все мимо проплывают почему-то. Ладно, о, кстати, вот веревки. Отлично. Это плюс еще одна сетка. Бочка с деревяшкой. Отлично. Так, вот крепежи. Вот сетка. Все. Получается, 5 сеток у меня уже, и уже как-то, мне кажется, легче будет. То есть можно заниматься своими делами, когда будут ресурсы, а сети будут стоять, и ресурсы мне постоянно ловить. Я думаю, это круто. Так, мне надо словить рыбы еще. Ой, вот веревки. Видите, как классно, кстати, ресурсы застреют. И все, потом только можно прийти. Их собрать. Так, крепежи. Кстати, можно еще плот немного продлить свой. Правда, только немного. Почему я не могу взять это все? Ага, вот веревочки, железо. Так, а что мы здесь можем еще делать? Во-первых, можем построить вот такую штуку. Ага, нужно много крепежей для нее. А крепежей у нас не хватает веревки. Ай-яй-яй, там сколько веревок было. А я их все пропустил, смотрите. Одну взял. И то хорошо. Но столько древесины, мне же древесина тоже не нужна. Как всегда, то, что нужно, не попадается. О, вот веревочка, отлично. Ну, давай, ловись. Отлично, взял. Еще одну веревку. Все как-то мимо плывет. Там, где сети, уже ничего не попадается. О. Подтянул. Так, попить. А! Что, акула? Блин. Чуть меня не съела. Я слышу прямо что-то. Экран встряхнулся. Ну, мы ее отбрили быстренько. Мне сейчас главное веревок собрать. Пропустил веревку. Ловись, отлично. Как мне это все собрать? Смотрите. А что, сети, получается, сами собираются в этот плот или как? То есть я их что, не могу разбирать или что теперь? Ну, ладно, пускай собираются, я не против. Так, сколько у меня там уже? 4 крепежа. А мне нужно было вот как раз 4. И смотрите, что я построил. Ого, какая штука классная, большая. Так, я попробую ее поставить где-то по центру, пока месть. Давайте, пускай вот так вот. А в этой штуке мне можно что? О, кстати, картошка одна откуда-то взялась. Картошку надо жарить, как раз рыбу пока не ловить. Ох, смотрите, сколько ресурсов, то, что я говорил. То есть пока я тут занимался своими делами, они попались. А вот сюда можно посадить
растения. И надеюсь, вот видите, маленькая, видно, зелененькая. Скоро она будет расти. Я искренне на это надеюсь. Вот опять ресурсы. Замечательно. А но мне нужно расширить чуть-чуть свой плотик. А то мне здесь уже как-то тесновато. А, беру молоточек. Так. О, смотрите, как растение. Пальма растет. На глазах прям растет. Классно. А я так пока расширю плод. Ресурсов нет. Ай, жажда, жажда уже, жажда меня мучает. Обалдеть. Я забылся вообще про жажду. Срочно нужно водички набрать. И нужно еще срочно построить для очистки воды еще одну эту такую плавильню, или как ее назвать, дистиллировщик воды, потому что иначе... Иначе я могу так вот однажды забыть и проиграть. Вот, есть вторая. Отлично. Так, сейчас я ее поставлю. Блин. Мне нужно убрать, во-первых, эти семена отсюда. Так, и что, вот эти железяки тоже убрать нужно. А картошка вот готовая, я ее не съел. И вот эта плавильня. Вот, для воды. Пускай даже рядышком с этой стоит. Все. И мне нужно еще второй стакан сделать. Железа хватает. Чтобы можно было сразу две воды фильтровать. Так, а почему ты не берешься? Так, что у меня еще? Опять жажда мучает. Смотрите, видите, красная. Моргает. Но я думаю, сейчас с двух стаканов я этот быстренько напьюся. Так, что там, она готова? О, один готов. Два готова. То есть я сейчас раз, два выпил. Отлично. Теперь две пустых банки я опять набираю. И ставлю сюда. Ой, так, надо удочка быстренько и ловить рыбу. Бо иначе я сейчас с голоду умру. То есть выживание, видите, оно накладывает свои отпечатки. Вот веревочки. Надо где-то здесь ловить, чтобы видеть, что мимо проплывает. Надо сразу несколько рыбин наловить. Ну, давай. Вот еще одна рыбина. О, там акула, блин, ломает нам. Ломает нам все. Так, блин. Мне ж надо копье. Что ж ты? Получай. Фу, отлично. Сейчас бы разломала мне все сети эта акула. Такая плохая. Блин, как мне от нее избавиться, а? Кто знает? От этой акулы. О, в сеть веревка попалась. Хорошо. Надо еще сетей себе сделать. Так, это все хорошо, но мне надо рыбу жарить. Иначе я... Без рыбы пропаду. Так, четверочка. Надо выпить воду. Фу, не успеваешь все делать. Так, рыбка, ты пока тут полежи. Ставлю опять кипятиться. И для рыбы, наверное, тоже нужно сделать еще одну эту жаровню. Потому что так однажды забуду, пройду и все. Пиши, пропало. Так, а вот она, где у нас? Вот она. Все есть, хорошо. Ставлю здесь рядышком. И могу на нее отложить рыбку. Смотрите, все. У нас вот уже жажда, чей этот голод нас одолевает. Сейчас я с голодом справлюсь. Вот, одна рыбка уже жарилась. Такая красивая. Почему я не могу ее взять? Смотрите, не могу взять. О, взял наконец-то. И съел. Голод удалил довольно-таки неплохо. Так, что я еще могу сделать? Кстати, как-то наша пальма поживает, смотрите. Обалдеть, а кокосы можно как-то брать? Интересно.
Пока не вижу. О, бочка плывет. Может, там картошка будет? Картофанчик. Да, есть картошка. Сейчас буду жарить картошку. Антошка, Антошка. Пошли жарить картошку. Рыб пока скушать. О, все, у нас жизнь налаживается, смотрите. Потихоньку, потихоньку. Но налаживается. Так, только надо будет рыбу еще наловить. Может, как-то кокосы можно жарить. Ой, бочка, бочка, бочка. И там веревочка. Не хочу заплыть далеко. А то акула не дремлет. Мне нужно еще создать сетей несколько. Вот я могу сделать раз, два, три сети. Отлично, смотрите. Раз. Два. Три. Класс. Все, теперь вообще ресурсы просто попрут. Ай, не, акула, акула сюда плывет. Не хочу. Не хочу. Веревка того не стоит. Так, картофанчик скушать надо. Отлично. Жажда меня пока не мучает. Что значит два вот этих очистителя? Так, так, так. Что следующее? Как мне вот эти пальмы? Что с ними делать? Я пока не знаю. Для чего-то они тут есть. А для чего? Да, вот видите, как хорошо. Я пока там рассуждаю. Ресурсы сами ловятся. Вон акула. Так. Крепей несколько штук сделать. Давайте глянем. У нас здесь есть какие-то ящики еще. Ой, сундук тоже есть. А для чего сундук, интересно? Сейчас будем разбираться. Правда, мне вот этих железа уже куча, оно мне не нужно. То есть мне просто не хватает веревок. Может, пальмы как-то можно на веревке пускать? А ну-ка. Не, никак нельзя. Или может как-то сбивать? Не, а не получается. Где, 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 кто? Акула! Смотрите, что она творит, а? Уходи, уходи, уходи. Смотрите, застряла. Ну, все, уплыла. Конечно, не по собственному желанию. И он уже там плавает. Что-то другая уже. Может, их несколько. Так, ладно, мы создали какой-то ящик. О, Shark Meat. Смотрите, мясо акулы. Обалдеть. Даже такое есть. Можно его жарить. Класс. Будет у нас сейчас акулятина называется. Наверное, вкусная. Бочка. Хорошо. Веревочки еще. А я думал, мы просто ее догоняем. Оказывается, мы с нее еще мясо добываем. Ах, сейчас бы я за ней гоняться начал, если бы знал. Так, ладно, водичка у нас пока мест еще есть. Так, что мне делать? Вот я создал какой-то ящик. Троечка. Так, и что он нам дает? Пускай тут где-то стоит, так вот. Может, сюда семена нужно садить? А ну-ка. Нет. А для чего этот ящик, интересно? Кто знает? Семена сюда не получается садить. Может, сюда картошку нужно садить? Надо искать теперь картошку. Потому что это у нас какие-то другие. Это пальмовые семена. С пальма там вот растет с нее. А здесь грядка, наверное, какие-то другие растения. А может, ветки надо попробовать посадить. А ну-ка, троечка. Нет. Тоже не то. Теперь нужно срочно нам бочку найти. И надеяться, что там будет картошка. Нам хотя бы... А, вот картошка. Как я не заметил. А ну-ка. О, смотрите, класс. Я посадил картофан. Если его получится выращивать, то тогда даже не нужно будет. Ух ты, а еда получается максимально. Сразу от одного куска акулы. Обалдеть. Это просто супер. Так, железо. Почему у меня здесь железо? Мне скоро уже не нужно будет вообще. Полный инвентарь будет. Так, водичка. О, вот и как раз ящик, то, что я заказывал.
Отлично. Еще картофан нужно еще сделать будет. Этого. Ящика вот этих. Ого! А, не понял. Что это было? Получается, что, видите. Да, это ресурсы уже не помещаются. Я железо повыкидываю туда. Мне нужно теперь еще сделать стакан. Он выпал. Все, два стакана. Хорошо. Так, пускай. Где стаканы мои? Как все сложно тут. Надо бы акулятины пожарить еще. Пускай готовая уже лежит. Ее ж можно потом в меню положить готовую. И все. Я думаю. Так, веревки, веревки. Надо переплавить веревки. И из них сделать еще сетей. Раз, два, три. Чтобы уже максимально улучшить свой плот. Вот, все. Ага. Семерочка. Класс. Вот уже сколько ресурсов. Я пока там занимаюсь своими делами. Кстати, бочку можно притянуть, попробовать. Ой, отлично. А в бочках куча веревок. Смотрите, картошка растет. Интересно, можно тут несколько штук садить? А, оказывается, можно несколько садить. Смотрите, я только один куст посадил. Так, а для чего мне все-таки пальма вот эта? Кто мне скажет? Вот для чего она здесь? Я пока от нее смысла не вижу. Так, вот последний. Акула хотела с краешка подплыть незаметно, а я ее заметил. Вот. Она, наверное, удивилась. Так, все. Четвертое. Все, последняя сеть, видите. Теперь можно уже не переживать за вот эти вот ресурсы. Рыбка, водичка. Набрать еще. А мне интересно вообще, да, как будет считаться, что мы выжили. Вот как. Так, картошка растет. Приготовить, может быть, еще один ящик для картошки. А ну-ка, есть у меня ресурсы. Так, вот ящик. Не хватает крепления. А, кстати, вот смотрите, у меня топор. Топор можно сделать. Вот. И топором, наверное, можно будет рубить что? Пальму? А ну-ка. А, вот. Вот, она срубилась. И что? И что мне за это стало? Я что-то не понял. Обалдеть. Ну. А для чего это было делать? Вот это, конечно, блин. Я ничего не понял, если честно. То есть в этой игре разбираться и разбираться. Надеюсь, картошка не так же самое все будет. О, так ее можно уже собирать. Видите, 4 штуки. Я садил 2. Все, максимум можно 3 картошки садить. Понял. Садил 2, собрал 4. То есть прирост как бы в 2 раза. Получается, что если я сейчас посадил 3, то вырастет уже 6. И, кстати, у меня где-то был еще один ящик. А, я его не создал. Я хотел. У меня не было... Чего-то не было. Даже 2 построю. Пускай будет. Я люблю, когда все с запасом. Вот так вот. Даже можно вот так вот. Один ящик. Второй ящик. Ну, правда, картошки у меня пока на все нету. Но я думаю, она растет быстро. Так. Так, 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 так. Все, все пособирал. Когда картошка вырастет, то я потом уже буду картошку готовить, а не акулятину. Вон, акулятина у меня 5 штук. Она хорошо восполняет еду.
Так, что еще я мог сделать? Мне, кстати, все-таки интересно, почему пальма исчезла. Для чего она вообще тогда? Тем более она же такая дорогая, вон столько веревок на нее нужно. Так. Я все-таки хочу еще раз ее посадить. Я видел, как тут этажи вторые строят. И третье. О, куда это я провалился? Сейчас в свою сеть сам попаду. Как же отсюда выбраться? Фух, я уже испугался. Так. А что еще здесь? Вот молоток, копье, удочка, топор. Все, то есть. Так. Как же строить второй этаж? Кто знает. Ну что, картошечка, ты созрела? Ой, отлично. А почему здесь картошка не растет? Я не пойму. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Все, теперь я уже 6 штук посадил. Должно вырасти 12. Тогда уже можно будет ее жарить сколько угодно. Так, крепежи. Ну что, вот у меня топор. Что мне с ним делать? А ну, можно... Смотрите, я не успел, и акула отгрызла кусок. А ну-ка. А, получается, это я пальму, наверное, разрушил. То есть это вот разрушение было. Блин, взял, сам разрушил пальму. Оказывается. Сейчас я дострою. Вот так вот себе плот. Здесь построю пальму. Только для нее нужно будет еще много веревок. А когда она вырастет, тогда уже думать, что с этим всем творить. Это первый раз я играю, когда я вот не умер. То есть я все-таки смог тут ни от голода не подохнуть, ни от жажды. То есть, как бы все есть. И можно уже спокойно думать, что в этой игре еще сделать. Так, картофан. Ты уже... Смотрите, картофан созрел. Почему так мало у меня? 7 штук всего, а ну-ка. А, тут вот, смотрите, я его собрал. А ростки-то остались, смотрите, вот. Обалдеть. Класс. То есть, безотходное производство. Ох, сколько тут много всего. Супер. И веревок много. Да? Все-таки не зря эти сети ставил. Сейчас наделаю веревочек. И теперь смогу поставить еще одну пальму. Пальма, пальма. Для тебя тут местечко приготовлено. Все, супер. Так, и вот семена. Мне интересно, как строить следующий этаж. Вот кто мне подскажет. О, бочка приехала. Отлично. Почему ты не берешься, веревка? Вот еще веревочка. Так, картофанчика надо поджарить. Ну, готовься. А, это не картофанчик, это семена у меня были. Четверочка. Картофан. Водиться и спить. Новую заказать бы нужно. И когда мало места, не люблю, не хватает места ни для чего. Одни деревяшки, они мне особо не нужны. Мне интересует, для чего пальма. Так, кстати, вот могу восстановить тут кусочек своего плотика. Так, надо железо повыбрасывать. Его много.
Рыба, кстати, там вот. Вот, можно картошку, в принципе, теперь ее и не собирать, когда она не нужна. То есть пускай себе стоит спокойно и все. Когда понадобится, тогда выращу еще, потому что ее уже много. Ой, кстати, смотрите, я уже от голода там почти помираю. А, так картошка вообще мало еды утоляет. Обалдеть. А я думал много. Аж так же неинтересно. Так, семерочка картошка. Пускай готовится. Вода тоже делается. Ну что с ресурсами? Надо бы пройти, собрать их все. Как мне сделать второй этаж? Кто знает? Беру я молоток. О, опять акула отгрызла кусок плота. Да что ж я никогда не слежу? Никакого ни звука нет от нее, ничего. Вот незадача. Так. Может нужно построить... А, вот сундук. Единственное, чего у меня пока не было, это сундук. А что же он делает? Ну, давайте попробуем где-то его здесь поставить. А, в него можно слаживать лишние вот так вот ресурсы. Класс. Так как у меня много чего лишнего, пускай хранится здесь. Можно запас картошки сделать. Так. А как же все-таки делать, строить еще один этаж? Я пока, если честно, не знаю. Может, нужно акулу зарубить, с нее как-то построить. Так, а еда-то, смотрите, еда-то расходуется. Так. А железяки. Для чего-то штопор нужен. Тоже непонятно. Почему картошка не берется жареная? Хочу кушать, помогите. Дайте мне картошку. О, наконец-то. Надо еще картошечки собрать. А, ее можно и так есть, смотрите, как семки. Но только она так очень мало аппетита утоляет. Я лучше ее пособираю и посажу опять. А тут, кстати, смотрите, она сама растет. Обалдеть. Иногда растет, иногда нет. Фу, что ж мне делать с вторым этажом? И для чего он вообще есть? Для красоты, наверное. Или взять построить еще одну пальму, может быть. В этом секрет. Как-то вот несколько пальм поставить рядом. Вот, здесь семерочка. Вот видите, как-то в разные стороны она смотрит. Для начала надо плот расширить. А, не хватает деревяшек. Обалдеть. Было ж куча дерева у меня. Теперь вот веревки есть, дерева не хватает. Как-то у меня ресурсы теперь оплывают стороной. То их много было, то теперь мало. Я, кстати, могу взять дерево вот здесь. Ой. Почему оно не переносится? Вот, восьмерочка. Ну, пока все. Ну, как лучше ставить, я не знаю. Рядом. Вот, уже две пальмы. Только для чего они? Я не знаю. Так, пускай еще и картошка готовится.
Вода. Жареная картошка. Водичка. Ну, в общем, пока миссия застряла в этой игре. Главное, что не умер, это уже классно. А, вот она, гадость такая. Блин, не успел, ну что ж ты сделаешь? Хорошо, что у меня запас как бы есть. Видите, я предусмотрел это все. Надо чуть-чуть себе плот еще так расширить. Вот уже почти футбольное поле. Так, со временем я его расстрою большим. А может нужно какое-то определенное, как бы, площадь, чтобы строить второй этаж? Ну, вполне возможно, я не знаю. Что нужно строить плот, а потом уже об этом узнавать. Ну, ладно, друзья. На сегодня я, наверное, обзор буду завершать. Он и так немного затянулся. То есть я узнаю что-нибудь новенькое. И потом обязательно продолжу запись этого видео. Если вам было интересно, то поддерживайте эту игру и наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, давайте, кстати, советы, это самое важное. Я часто прошу, давайте советы, но не всегда вы их даете. То есть для того, чтобы обзоры были интересны, подсказывайте, чтобы я ваши наработки мог использовать для записи. Так, картошечка. Ой, я ее съел, а не поставил на готовку. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Не забудьте подписаться. А если уже подписаны, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать наши обзоры. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.